Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 65 на странице 32 рабочей тетради по русскому языку для второго класса автора Канакиной. Прочитайте, ставьте слова, пропущенные буквы. Змея, тетрадь, петух, чайник. Шишка, мороз, ягода, учитель. Осень, яблоко, ветер, заяц, завод, посуда, прощай, жизнь. Разделите слова на слоги вертикальной чертой. Подчеркните слова, которые нельзя разделить для переноса. Змея. На слоги делится, переносить это слово нельзя. Тетрадь. Петух. Чайник. Шишка, мороз, ягода, учитель, осень. Это слово тоже нельзя разделить для переноса, потому что первый слог состоит из одной буквы. Яблоко, ветер, заяц, завод, посуда, прощай. В слове «жизнь» один слог, это слово тоже нельзя перенести. Выпишите 5 слов, которые можно перенести с одной строки на другую. Разделите их горизонтальной черточкой для переноса. И образец выполнения задания нам дан. Тет, те. Перенос. Та. Ра, где, запятая, пе, перенос, тух, запятая, чай, перенос, ник. Мо, черточка, роза, запятая, го, перенос, да, точка. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.